друзья, добрый день. Меня зовут Космут Евгений, я руководитель компании Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Таиланде, регион Паттайя, отель Мовенпик, который мы будем с вами инспектировать. Это спа. Зона отдыха. На ванной вашей комнате на море комнату. В первой комнате одна большая кровать, диван, телевизор плазменный, кондиционер центральный. Чайный уголок, кофемашина, мини-бар. Второй диван, рабочая зона. Есть connection room с соседним номером. Большой балкон. Вид с балкона на территорию и на море, на соседний отель. Тренажерный зал с видом на море. Это территория, бассейн и пляж. Пляж песчаный, рядом порт. Между отелем и первой береговой линией пляжа проходит мостик и речка. Вот она. Может быть, запах какой-то неприятный. И вот там вот находится порт. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я с удовольствием вам забронирую отдых в данный отель, расскажу все нюансы по этому отелю, потому что здесь есть определенные тонкости по типам номеров, по депозиту. Хотите узнать подробности? Обращайтесь, я буду рад вам помочь. Тип номер делюкс, покрытие на входе у нас плитка, дальше идет ламинат. Ванная комната не лучше, чем предыдущий номер. Видите, здесь у нас есть тоже душ, душ тропический. Две кровати, диван, чайный уголок, плазменный телевизор, мини-бар, холодильник, кондиционер центральный. Все чисто, аккуратно, хорошие номера. Балкон средний, средних размеров. Здесь у нас два кресла. И вид такой же, как в соседнем номере, на море и на бассейн. В каждом номере есть, значит, гладильная доска и утюг, я вижу. Ну, по крайней мере, в делюксе и в соседнем, в котором мы были. И тапочки. Сейф. Фен. Такая малютка. Connection есть с соседним номером.
тип номера 1700 Swift. Покрытие ламинат. Есть весы. Панорамный вид. Палаты. Сейф. Душ. Душ тропический. Друзья, ну как вам Мовенпик? Если вам нравится, пишите ваши комментарии. Что понравилось в этом отеле? Если что-то не нравится, напишите, что не нравится. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.